Вот маленькая птичка в безоблачном раю, я каждому яичку отдам любовь свою. Не будь мое яичко печальное, сегодня ты красивое пасхальное. Праздник Пасхи в этом году порадовал нас настоящим весенним теплом. Олеся с удовольствием отправилась собирать пасхальные яйца, спрятанные у нас на балконе зайчиком. В последнее время она стала очень много говорить, представляя героя своих любимых сказок. Один из них – Колобок, ожил в духовке вместе с праздничными пирожками. Папа, помоги! Мой маяк! Это Колобок. Колобок. Я тебе всем. И это стрелок на мою пуспеньку. Такую. Пеньку. Я колобок. Румяный бок. Бомбар я метен, по сусекам я скребен, на сметане мешен, и на кошке я стужен, я от дедушки ушел, и я от бабушки ушел, и от тебя ушастый зайчик, я обязательно уйду. Я колобок, румяный бок, по сусекам скребем, на сметане я мешен, и на окошке я стужен, я от дедушки ушел, и я от бабушки ушел, и я от зайчика ушел, и от тебя, серого птище, я убегу.